Утро раннее, 27 июня. Лагерь приходит за водой. Вот усыпил я их все-таки. То они приходят, я в это время своими делами занимаюсь. Вот он, вождь их. Никита Андреевич Колесников ведет свою команду. Он в каком лагере так будет? Доброе утро! Всем доброе утро! Ну-ка, хором ответьте. Хором? Вот они с ведерочками. Да мои крохотульки с ведерочками пришли. Вот они выстраиваются. Куда пошел? А у меня есть вода. Никуда. Ни один никуда. Только все вместе. Ты уходишь, глаз скрылся, и тебя никто не найдет. О, тут подошел Виталий Калиников, снимает это. Тот шарик на них смотрит. Ой, проснулся. А он залазит в конуру, когда у шарика там, видишь, и полотно. От комариков закрылся. Вот он пополз. Ой, какой да хороший песик наш. Ну-ка посмотрим, что у них тут. С разных позиций зайди. Посмотри. Ну как, все сухие сегодня? Да. Ну, мои карасики. Пингвины. Пингвинщики. В очередь приучается русский человек стоять. Вот они как. А дальше моя голубятня покажу. Вот здесь сейчас голуби просыпаться будут. Там голубятня номер 2. Там отверстие на эту залазить голубям. Вот оно сбоку, щёренькое. Ну а здесь мое обиталище. Вот оно. Велосипед не ремонтирован. Это тарелочка. Сейчас буду готовить ролик события дня. Виталий ухватил косу, меня понес. Я увидел на молитве, пришлось прервать молитву. Выскочил, кто разрешил? Кто? Ну, Володя. Володя не хозяин. Самое ценное — это коса. Если ее у нас нет, ничего. Ты косил, да, косил где в лагере? Ничего себе, практика. И рукой рви тогда. Так, ты куда пошел? А где у тебя это, ведерко? Ну а почему ты отступил-то от него? Куда пошел? Ну объясни, куда пошел, я спрашиваю. Ты почему молчишь? Шарику. Чё он? Шарику. Вот стой, как все стоят. Никуда не отделяйся. Что это за отделение? Мы взяли все вместе, благословили вас, вы тогда пошли. Никуда ни шагу. Вчера я лег уже спать, без 12 минут 12 звонок. Всем говорю, в это время не звонит, звонит. Спрашивает, вы Игнатий Тихонович? Я говорю, да. Это полиция интересуется. Полиция? И спрашивает, ну как у вас голос расположенный? Я говорю, нормально, все. Ну, я говорю, 15 сейчас детей. 15. Все. Ну, желаю вам всего хорошего. То есть это указ президента Владимира Владимировича Путина навести порядок в лагерях. И поэтому смотрят. 14 детей утонуло сразу. 14 трупов повезут в мешках. Нас Бог милует. Почему? Мы с молитвой. Рот закрывай, когда позеваешь. А ну-ка давайте позевнем все вместе. Давай. А теперь давайте чихнем и платочки к носу поднесите. Быстро давайте. Так. Ну, еще раз. Ну вот. А то сопли размазывают везде. Вон они какие. Пингвинщики. Встали. Сейчас вот они потянутся туда. Вода у нас хорошая. Течет. Игнатий Тихонович, я 10 раз умывался и так никак не проснусь. Вот так. Так, утром обязательно, чтобы были надеты чулки, штанишки, не голые ноги. Резиновые сапожки. Мы не знаем, какая погода сегодня будет, но похоже пасмурная. О, вон, смотрите, какие птицы сидят. И вон та сидит слева, которая на дереве, низко опущенный хвост. Это не грач, вот который хвост опущенный. Видите, нет? Слева. Это может быть ястреб.
ястреб. Помните, голубей моих караулят. А если будет сильно нас надоедать, ружьишко и дробь ему под хвост. Один такой воровал у меня. Я пошел на малину, там ушел с ружьем, дали мне ружье. И нашел его, где он сидит. Повадилась какая-то молодая лиса ходить, таскать куриц. Вся деревня ничего не сделали. Мне пришлось опять, позвали, я ружье и засадку сделал. Не могу найти ее нигде. Индюки все там по веткам залезли, цесарки. Она ходит и как дома в сарае. Идут из церкви и кричат, увидели ее, а я нахожусь там, где наш пирс. И гляжу, она бежит. Бежит со стороны как бы лагеря туда-то. Но она когда-то березка поравнялась, я ей как жахнул и тут же и зарыли. Все. Но раз она нарушила границу, правила, частную собственность, весь сказ. Как вода-то у них течет. Не очень сильно, но течет. Ну-ка покажи. Так, все, все, набрали? Да. Ну-ка, с молитвой давайте. О, он впереди у них как гусак с цыплятами, с гусятами. Вот так всегда ходите. Вот оно что значит. Вот значит православное воинство. Все с ведерками, это мои, Маша и Соня. Только я не знаю, кто из них Маша, Соня. Соня, ну-ка подними руку, какая ты Соня-то, я посмотрю. Руку подними, где она? А, вон она стоит, вот она. Ну, с Богом давайте, там мама дома посмотрит. Вот они пошли. Все, видите, какое прекрасное утро. Ну, комары, ну а что комары? Комары, они меня не съели. Все, закрывать можешь. Все, благодарю. Значит, ты на косе, я тебя поймал. Я почти, практически мог бы поставить тебя, говорится, под штраф. Ну, ладно. Никогда не прикасайся к тому, что тебе не принадлежит. У меня много двуручных пил, коса — это для нас самый у меня главный инструмент. Не обкосить, ничего нигде нельзя сделать. А у матушки, у нее где там вчера ты там возился с ней, с пчелами, у нее там и железо, и вообще там не подойдешь, завал. Она сразу, пила будет пополам разорвана. Отошел.